Staring at a demigod. What can I say? You're welcome. The tides, the sun, the sky. Это крот, ебать, стрёмный пизда вообще. Да смешно было под прошлый ТикТок иметь животных, и там показывают то, что и показывают твои фотографии, и потом все участники склада, типа. Нет, там показывают дядю Диму, и потом Дрейка. Как раз таки хотел сказать, что так долго не стримлю, потому что очень жесткий график сейчас. Я этого не видел, блядь, че это? Подобное вообще, ребят, очень жестко, очень сложно. Бля, жесткий график, ребят, блядь. Очень жесткий, очень. Я не вру, если честно. Мне нож выпал. Моя сладенькая, моя хорошенькая. У меня нож не вышел. Девяносто второй, ебать. Это не я сейчас крикнул, а там крикнули. Так, слышишь? Тут инверсия какая-то, мем. Фрики сосать! Иисус ебал козу. Дрейк ебал осла, осла. Мне же досталась крыса. Остин выебал крота. Пиздец, у меня... Ебать. Нихуя. Воу-воу, чувак. Осторожней. Ну, короче, я периодически крысу в нос поёбывал. Баю-баюшки, прибежали заюшки. Зайки сели на кровать, стали малого ебать, засыплять. Ну, стали ты, малого с чего? Да, живота. Засыплять. Ребята, побежали, конфликт! Срочно, все! Ебать! Мазелов сказал! О! А вот Цирилла! О! А вот стрим инсайде, ебать! Так, чё? Я не понял, блин. Я не понял. А в чём прикол мема? Я, блядь, не допёр реально. Уф, типа, ну тебя как-то над тобой пошутили. А, бля, а в чем прикол? Они имели на это право? На чем с этого? Так, по правилам, будем шутить да, над а... шефом. Тут прописано будет скоро. Не оскорблять шефа. Супер последняя. И еще одна решающая. Ой, и еще одна закрепляющая. Так, тихо. Ребят, спасибо большое за поддержку. Ой, спасибо. Это добрый чатик у меня, да, теперь? Эй, чат! Мой прощай! Я уплываю. Чел, какого хуя им так все подходит? Любовь к Адидас у всех есть, у не всех настоящая, блядь, что? Я не хочу спрашивать про мозейку, это полная хуйня. В смысле? Вы знаете, что такое мозейка? Вот этот мем был смешной. Всем ку. Олды на месте. Это я, Олд. Эй, сын шлюхи, если ты не понимаешь приколов, это не мои проблемы. Пошел нахуй. Но кто же знал, не утонув я
попаду на этот остров. Ебать, ножки какие, да, ля, вообще. Да, надо новый мем, короче, надо писать Дрейку, скинь ножки, типа, поняли? Но только не палите меня. Вообще максимально, типа, сами придумайте, блядь. Надо его, короче, в колготки натянуть, блядь. Презентацию разослать. Ну, спасибо. Это оригинал. А у Дрейка есть мама. А у Дрейка есть мама. А у Дрейка есть мама. Не понял прикол. Хуета какая-то, блядь.